Курировать музыкальный микрорайон Краснодара вызвались 16 человек. Накануне завершился прием документов от кандидатов на это кресло. Фактически, кто-то из них займет должность заместителя главы Калининской сельской администрации. Конкурс начался, напомню, в конце марта. Провести его предложил глава Краснодара Евгений Первышов. Желающие появились не сразу. Первая заявка поступила почти через 2 недели после начала конкурса. На втором этапе претендентов ждет собеседование. Комиссия оценит их уровень профессиональной подготовки. Городоначальник не раз подчеркивал, что музыкальный – один из самых проблемных в городе районов. Детские сады, школы, дороги – это далеко не полный список больных и тех вопросов, которые нужно решать в первую очередь. Человек, который станет руководителем, должен будет не только поэтапно и системно заниматься ими, но и грамотно выстраивать диалог с управляющими компаниями, администрацией и жителями.